Заткнись. Сам заткнись. Трансляция начинается. Ура, ребята, мы в эфире, начинаем стрим снимать. Снимать стрим. Заткнись. Стримить стрим. Стримить стрим. Так, что теперь? Пошли в Майнкрафт, что? Ну, убирай только картинку. Картинку, блин, да, ща, вот, поехали. Ну, типа, всем привет, не будешь говорить, да? Ну, можно. С вами стримят Трубоёжик и... Русик. Русик, здорово. Блин, мог бы не представляться. Где моя бензопила, ты мне обещал? Сейчас все будет, погоди. Главное, терпение. Все, я тебе без хавчика оставлю. Ну, ты что такой-то? Слушай. Бензопила какая она? Она в чем находится? Бензопила Где? Желтенькая такая. Желтенькая. Что я должен, рукой работать, что ли? Моту респаун тут. Твоя очередь ручкой работать, понял? Заткнись. Чуть я не могу бить? Пила. Ты охренел, что ли? Нет, тут пил. Даже нет? Я. Сам прописывай. А, давай я тебе геймод пропишу, сам посмотришь. У меня какая-то хрень. Че? А, вот. Давай, быстрее прописывай мне. Там можно написать. Как там? Геймод. Геймод 1, блин. Г нажми и потом тафт. Он тебе подберет. А, геймод 1. Где моя пила? У меня в прошлом... Я тебе прописал? Да, прописал, молодец. Хорошая девочка. И сам ты купил. О, гараж строить. Вот она пила. Тебе нужно? Давай. На, что делать? Держи. Отключай мне гейммод. Смотрите, дорогие друзья. Что? Что ты там болтаешь? Что-то как-то вообще не очень, слышь? Что ты орешь? У тебя большая елда такая вообще. Я у тебя, думаешь, поменьше, да? А как ты ломаешь? Я не могу что-то ломать. Смотри. Зажми просто подольше. А, и все что ли? Он не умеет пользоваться пилой. Не ломается она у меня. Учись. Учись. Не ломается. Я тебя даже бить не могу. А, вот, все, наверное. Нет. Что? И все. Да смотри, смотри, смотри. Ой, ты сломал, молодец. Да ладно. Давай тайм поставим. Что за тайм? Время. А, таймсет. Таймсет 0. О, я даже помню, как таймсет пишется. А че его помню? Тафт нажал и все. Так, что у нас тут? Кирка. О, слушай, у нас дохрена древесины. Давай что-нибудь построим тогда. Давай. Смотри, смотри, смотри. Сейчас ты подойдешь и быстренько ее сломаешь мне, да? Нет, я не ломаю. О, ты молодец. Это ты сломал. Да не, я ничего не трогал. Так, я возьму кирку, тут и дерево. Эффективнее всего ломать, и надо в чащу залезть и посередине дерева. Он рубит все остальные. Давай попробуем. Смотри. Блин, нифига себе круто. Конечно, это тебе не трикопитейтор какой-то. Помнишь, ты не вечно, блин. Свин трикопитейтор. А прикол в том, что... А, вот, нормально. Он убивает массово животных еще. Вот, дай попробую. Да, дай попробую, стой. А, вот, хоть свиней нормально убивает. Это что там? У него 60 урона, чувак. Ты смотри. Смотри. Лягушка? Лягушка. Ты еще не видел лягушек? А, ты же еще не был в этом моде. А, я еще не был. Пошли монстров убивать. Вон там водяной дракон. А ты где? А, у нас брони нет, они нас замочат. Да не замочат, давай. Замочат. Сам иди. Я как тебя с елдой этой большой вижу за километр. Ой. Достаточно лиану срубить, чтобы все дерево нафиг посыпалось. Да? Да, попробуй лианку. Чего у тебя не работает? Я просто зажимаю левой кнопкой мыши, да? Левой, просто да. Зажимать. Ну, ударом, да, обычной кнопкой. А, попробуй выкинуть, взять ее. Не знаю. Да, бред какой-то. О! Ты сломал? Нет. Я что ли сломал? Наверное. Да ты гонишь. О, стрекоза любви! Стрекоза любви, стоять с собакой. Лол. Не, что делать? Да хрена всего собрали, пошли остров строить. Ща. Только где? Где море? А, вот это вот, море. Лава. Ты, кстати, тут это, ведьма может быть. Ведьма? Да. Ты боишься, помнишь? Ведьмы?
Ну, как бы да, она там зельками тут раскидывает. Такие клещи сейчас появятся ночью, ты охренеешь от этого. Так что лучше уж ведьму повстречать. О, такое. Жену же твою видел. А? Жену твою же видел. Ведьму? Ну да. И смешно. Давайте все вместе поржем. Что он там делает? Ты что пердишь там? Да я не могу дерево срубить. Пошли в рай, если хочешь. Ну пойдем. Вот, вот тут муравейки есть. Стой, рай, стой, стой. Надо, кстати. Все, я пошел. Давай. Ты уже там? Че, давай. Кстати, у нас стрим идет. Посмотрим, может там есть люди или нет. Это я смотрел, там уже человек 15. Может. Да откуда ты знаешь, блин? Не гони, ща я сам посмотрю. Я не гоню. Я не верю, что там стрим. А как понять, что там есть? А, вот кто-то там что-то пишет в комментариях. Привет, ребят. Месяца. Гараж Петровича какой-то чувак. Ага. Он, а он больше всех написал. Ну да. Больше никто. Почти. Соня. Соня, да. Абзал, привет. Гараж, привет. А что видят зрители сейчас? Напишите кто-нибудь, кто тут в онлайне. Они же с задержкой у нас слышат, блин. Ну да. Ну ладно, пошли играть тогда. Слышишь, ты можешь... убивать коров. Да? А, у тебя приключенческий режим, блин. Я понял, почему. Смотри, прикол! Смотри на дерево. Где? Вот это мощь. Ты первый раз это делаешь? Ты гейм-мод 0 сделай. Ой, я дебил. Ну я понял, что ты сделал, давай. Посыпался. Блин, я вообще в землю провалился, охренеть. Да. Слушай, ты меня закопал, скотина. Нифига себе. Вот что это пила делает. Пошли в нормальное дерево найдем тоже, вот это. Давай. А, не, эти и так рушатся. А ты где? Вот, я побежал, может ты пошутся, если хочешь. Тихо, тихо. Не крашнись, не крашнись, Майнкрафт, не крашнись. А что он вот, должен крашнуться? Вот, коровы даже ломаются. Коровы ломаются. Не понял, а. Коровы ломаются? Ты что, уламываешь коров? Нет. Так, ну чё, ребят, готовы? Грун-грун-грун! Прикольно. Всё. Ой, чётко. Это какой-то, знаешь, дождик прям такой. Ультра-трикапитейтор. Смотри, я пещеру вырыл. Так, надо посмотреть, сколько... Ой, ё-моё, сколько у меня дерева там. И коров массово он убивает. Пошли кого-нибудь ещё убьём. Пойдем. Кстати, надо поесть. Ну, коров можешь пожрать. Не, просто... тебе идет эта хрень, честно. Дылда. А, я тебя могу бить. Дылда. Только не бей меня пилой, она мощная. Прям сильно? Надо посмотреть. Ну, 60 урона у нее, ты чё? У алмазного меча 7 урон. Подумаешь. Вон золотые. Золотые цыпы. Золотые вымя. Так, о, кукурузка. Хочешь кукурузку? Зачем? Я золотые яблочки кушаю. Тебе какой хреновый. А ты не забывай, что сервак на ней держится. Ну я знаю, блин. Задолбал бы вечно сейчас. Сейчас она отвиснет. Погоди. Надо было тебе хамачи качать. По ходу дела. А, я же еще и стримлю. О, вот это всё, отлично, работает. Стоило спилить дерево, у него все заработало. Да, спасибо. Какого когда хрена, ты... смотри, с березы падает дуб. Ну это реальность. Чё с тобой, какая нафиг реальность, так не должно быть. Реальность такова, она жестока. Береза тоже падает, но одна штучка всего, все остальное дуб. Так, сейчас погоди. Мы нашли смотри. Бак. Смотри, что я сделаю. Я сейчас. Тебя не вижу. А ты где? Ну, а вот ты прыгаешь. Вижу. Ну. Вот видишь, я внизу. Смотри, что сейчас замочу. Посередине ударить, что будет интересно. Дырку то же самое. Да, молодец. Так, кстати, там где-то это должен быть. О, яйцо. Чё ты яйцами раскидываешься? О! Топорик. Топорик. Эмеральдовый. Эмеральдовый, да, молодец. Тут еще и этот есть. Дракон. В этом мире. Да ты просто так. Блин. Ну, а, давай комментарии еще посмотрим. Давай. Ну, я никогда не стримил, так что мне интересно. Так, что 36 человек смотрит.
Привет, привет, там, упс, ура, спасы, привет, привет. Какие 36? Чё так мало? Я хочу миллиард. Блин, я не знаю, что интересно еще поделать, может. А, давай, короче, развиваться, чё мы как эти последние. А давай что-нибудь построим. Давай. А чё построим? Ты умеешь поводок? Кого я умею? Заткнись. Поводок где? А у нас до хрена всего. У меня раз. Давай пивной бар сделаем. Пивной бар? Да, пивной Окей, бар. Окей, давай я доски делаю, короче. Да, лопату лучше сделал и верстак. Ну, я верстак только что сделал. У меня, да, 50, короче, верстак. 50 кустов. Да, верстак. Только не ломай его. То я тебя знаю. Нам нужен сундук, чувак. Сейчас сделаю. Я уже сделал. Ну, ты сделай второй, вот. Еще выкинул все сеть мусор. Да, пофиг на него вообще. О! Умеешь так отключать дождик? Молодец. Весь мусор мне, твой мне приходится подбирать. А зачем ты туда мусор накидал? Пусть там будет. Пушкин. Так. Ой, у меня икота замучила. Слушай, у нас рут нету. Ну, пойдем в шахту. Давай, тяпай. Давай, может. О, вот, бонус твой давай. Да че отсюда это мой? О, кирка. Блин, ну только что тебе стоило заговорить об этом. О, це шахта, смотри. А, нет, это не шахта. Можно подобывать эту хрень. Еда. Прикольно. Еда. Че, у тебя еды нету, что ли? Не. А, нам нужна нормальная кирка. Это с шелковым касанием. Она, смотри, что делает. Бу-бум. А, блин. Раньше как бы шелковое касание это было редкостью, да? А тут ну, вообще. Ну как редкость? Здесь только с одного падает это шелковое касание, вот с этих изумрудных эмеральдовых. Стой, пищ. Погоди, у нас шумерная стоит, что ли? А, нет, сложность нормальная. Это просто рай, здесь нету злых мобов, ну да, кроме дракона. Смотри, а тут драконы в этом мире есть? Паркур мастер, да, они есть. Один дракон, он очень сильный, его вообще невозможно убить практически. Ну можно, наверное, как-то. Ты его убивал? Нет. Ну, в креативке. Креативке. Арбузик. Вон, давай возьмем. Возьму. Я возьму. Так. Так, ну мы осмотрели территорию, в принципе. Кстати, тут шахт нету. Тут вишни есть. И персики. Вишни? Да. Прикольно. Ну как-нибудь увидишь, обрадуешься. Персики! Шахты нету, вот шахты. О, кстати. Давай сюда сходим. Тут дерево вот есть, которое. А, на котором много чего есть. Помнишь, да, дерево-то? Какое? Алмазное? Ну, обычное дерево там. И много ресурсов в сундуках. А, ну понял. Помнишь, мы радовались как? Ну, это где эти големы? Ну да, надо сбегать туда потом. Ну, сбегай. Если это то. Ну, не знаю, по-моему, не то. Его довольно трудно найти. Угу. Кстати, ребят, кто не помнит, это Русик, чувак, которого мы где-то месяцев 5 назад снимали. Месяцев 5, так сказал, как будто лет 10 прошло. Какие 10, там все пару месяцев. Ты тоже разнылся, как девчонка. Да что я разнылся, это ты как девочка. 10 месяцев. 10? Ну, я не знаю, сколько там месяцев. 6 или 5, там типа того. Ну да. Оп. Я, походу, нашел. Давай я тебя похвалю. Это Русик меня научил стримить, и он меня на это подговорил. Говорит, давай стрим запиши. Я не хотел, честно. Я думал, что это за фигня стрима. А теперь вроде так неплохо. Можно будет иногда поделать стримы. Можно вообще сделать стримы на открытом сервере Турбоёжика, когда он запустится. Ну и, в принципе, со всеми вами, как говорится. В принципе, сервак можно и домашний сделать, да? Ну, от компьютера запустить. Не-не, у меня нормальный сервак будет. Вообще. А, на хостинге прям? Да, причем хостинг немецкий. Ой, немецкий, это вообще, знаешь... Лаги такие будут. Ой-ой-ой, блин, тут не надо. Это самый лучший хостинг в мире, между прочим, и самый дорогой. Зайдешь там лаги. Может, день поставить? Это что-то как-то не очень. Чего поставить? Яркость и время. Если хочешь, ставь, не знаю. А то как-то темно. Я нашел соль. Из соли мне говорили, можно бекон сделать, а он дает какую-то хрень. А может, там с мясом как-то надо пережаривать? Да-да-да. Он дает какой-то эффект восстановления, там, бла-бла-бла. Это okay. Кто-то из подписчиков мне говорил. Кстати, ему неплохо было бы, если бы он отписался. Стрим же мы все-таки снимаем. Давай посмотрим еще раз, кто там. 60.
с лишним человек. 60? Ну да. Это много, мало? Это не много. Это нормально. О-о-о. Потому что даже никто не знал, что это стримчик будет. Ну да, нежданчиком. Нежданчик. Стримчик. Стримчик. Нежданчик. Кстати, ребят, не делать часто такие стримы? Или... Ты чё припёрся, скотина? А чё мне тут? Где наш чё, дом? Нельзя, что ли? Какой дом? Ты даже его не построил еще. Сундук, где мы поставили. Ну, ты должен был следить. Я думал, ты его охраняешь, я к тебе ТП-шься, а ты, блин, гуляет тут. А чё, нельзя, что ли, погулять? Мы так, вроде кстати, недалеко отбежали. А, вот погрызанное дерево. В поисках сундука. Вон он, наш сундук, чё тут. А, вижу. По обгрызанным деревьям мы его находим. Может, домик построим какой-нибудь? Я хочу пивной бар. Пивной бар? Пивной ну, как бар. Ты представляешь, как его строить? Мне нужна лопата, главное, блин, а все остальное сложится. Любой тебя сделать? Ну, я сейчас замучу. Лопата нужна, чтобы равнять землю, чувак. Ну, я понял. Да? Я думал, ты не догоняешь. Ну да. Ну равняй тогда. Чё-то... Я ж тупой, что-то. Окей. Ну, это не удивительно. Ну да, конечно. Кстати, Настя обидится, что мы с тобой снимаем, а не с ним. Ну, нежданчик, стримчик и нежданчик, стримчик, да, вот именно. И полгода не общаться. Кстати, мне, по-моему, просили кто-то там стримчик сделать. Я тебя просил. Да не, кто-то из подписчиков постоянно, блин, сделай стрим, сделай стрим. Я не помню кто. Так. Кстати, можно стримы делать не на Ютубе, а на Твиче. Не, на Твиче не очень. Да. Знаешь, наоборот, как... очень. Потому что народ смотрит тебя в основном на Ютубе. Ну вот, ложка делает на Твиче. Ложка. Ложка. Вилка. Вилка, ложка. Вилка, ложечка. Рюмка, ложечки на столе. Рюмка, водки на столе. Ложечки. Ложечки. Давай я это, булыжника добуду и сделаю нормальную. У меня есть булыжник. А, я тебе могу чеку дать шелковым касанием. А, давай, кстати. Давай, топай ко мне. А зачем мне кирка, если... А, да. Она добывает как пулемет, на. Как пулемет. Как ты просто. Так, все. Почему я землю добуду? Скинул, ушел, скотина, блин. О, кстати, тут бонус. Давай, выбивай. Они спавнятся, между прочим, бонусы. О, топор. Я потом тебе топор еще дам. Прикольный топор. Скотина, забрал мой топор. Ага, шелковое касание, блин. Че? Это не шелковое касание, нифига. Она не мгновенно разыгрывается. Ну давай, выломай камень, посмотришь. Ну, знаешь, он как в креативе должен разламывать. Не, ты чё, офигел? Да, как в креативе. Ой. С батькой не спорь. Да. Батька махнул, как я она. Батька. Слушай, чё это? А, вот так. Нет. Нет. А, у меня бензопила вместо топора, представляешь? Как бы я решил срубить в домике одну деревяшку, блин. Так, срубить здесь сделать инструментов? Так, из чего? Из камня? У меня есть. Так. Ну я сделаю тогда себе. Отключи этот дождь лучше. Я не знаю как. Там как будто. Ребята, в комментарии отпишите, как отключить дождь, пожалуйста. Ну они где-то через секунд 3 услышат. Нет. Секунд через 30. Да ну ты чё. О, смотри, еще одно. Чё? Коин. А, коин. Так, стой, пивной бар мы собираемся делать. Бухать. А я яйцо нашел. Не удивительно. Коина. Свое что? О, эмеральд. 66 человек смотрит. Сколько? 66. Чё ты обиделся так? Мало. Мало, да? Мало, вообще, меня никто не любит. Ну это не новость, правда. Это и так знал. Пивной бар большой должен быть или маленький? Давай маленький. Чё? Давай, скромненький. Пивной бар. Я не знаю, как ты его представляешь. Я тоже не знаю, как я его представляю. Вообще полная импровизация. Там, наверное, полублоки какие-нибудь надо делать, не? О, я супер-мега этот. А, домик, что ли, ты имеешь в виду? Типа это арка, да, будет? Че? Типа это арка, да? Я не знаю. Короче. Здесь вход. Полный чувак импровизация вообще. Не надо мне. Пойду-ка я это вот.
Березку срублю. Руби. Ну, чтобы березкой украсить бар. Абсолютно полнейшая импровизация, люди. Дорогие друзья. Блин, не так. Я не хочу так. Так. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Да. Нарубил. А что-то какой-то бред. Чё? Баг. Ну тот вот. Ломаешь, короче, березку, выпадает дуб. Ну да, выпадает дубик. Ну чё я строю вообще, не пойму, блин. Что за хрень? Ну я всегда вот так начинаю, что-то куда хрень. А, делать. Вот написали, как воду отключить. Данил Витков, спасибо тебе. Ну, молодец, Данил. А то этот. А. Не знает ни хрена. Так, Water 0. Нифига не отключилось. Как вот. Не менее одного. Что-то как-то. А, вот, clear получается. Длительность в секундах. О, молодец, отключил. Красота какая стала. Кстати, качество видео как вам, ребят? Сейчас я даже сам посмотрю. Смотри. Слушай, я собачью будку сделал. Гараж. Чё-то... Хотел я сделать пивной бар, сделал деревянный гараж. Импровизация. Импровизация. Не, ну симпатичный, конечно. Можно вообще с рожками его сделать. Ну, гараж, реально, блин, машину загонять только. Только дверь надо еще сделать сюда. Гараж, блин. Побольше бы лучше бы сделал бы. Правда что? Блин, не топчись. Не топчусь. Все. Качество видео не такое уж лучшее, как в тот раз было. Помнишь? Хуже? Тестовые, ну. Почему? Ну, чуть-чуть. Хуже. Он так и запишется или улучшится? А, не знаю, улучшится, наверное. Ну, просто недолго подождали. Ну, предпросмотр, помнишь? А. Типа, недолго. А нужно было долго? Ну, дольше. Я сейчас попробую аккуратно отпилить кусочек. О! Кусочек. Ну, да, часочек. Ну, че, я у детства своей пилой, блин. Приперся. Маньяк. Маньяк, вот именно. Ну, что, да. Давай доломаем ее или что? Не-не-не, давай достроим лучше. Давай лучше ее больше сделаем. Больше? Что? Вот так. Ох, блин, я не знаю, что здесь можно придумать. Давай, типа, это будет поезд какой-нибудь. Кто? Поезд. Поезд? Да. Ты собираешься поезд сделать с него? Деревянный. Какой-то длинный гараж. Для дальнобойщиков. Это не гараж. Сам же хотел построить бар свой. Хотел. Об одном только и думаешь. Ой, блин, нет, я еще о тюках думаю. О ком? Ну, не скажу. А, я понял. Заткни. Так. Блин. Помню, когда-то я был паркур-мастером, там все дела. Когда? Вчера. Это не помнит, ну, даже YouTube. Ну да, YouTube должен помнить, ты что гонишь? Ну, в видео даже доказательств нету, что ты... Есть! Ну, только я не буду, ну ты понял. Ну, я не понял. Есть видео доказательств, так что все. Там голодные игры я снимал еще в то время. Там было. А, и что, ты там паркурил, что ли? Ну, пришлось паркурить, там же голодные игры и все дела. Слушай, из-за того, что ты создал серф, у меня просто тормозит. Ну, это вообще-то... И твой чертов микрофон мне тоже бесит. Не надо, блин, в записи дуть на микрофон. Ну ладно. Так. Ну так и знал, что ты сразу дуть соберешься. Еще подумал, может сообразит, там, не знаю, что. Как-то запись идет. Половина людей оглушил подписчиков. Извините, пожалуйста. Так, сейчас погоди. Они тебе напишут гневные комментарии. Не надо, пожалуйста. Ну или не напишут. Слушай, чё? Как выглядит пивной бар? Как пивной бар. Пивной бар, блин. Не знаю, я не часто хожу в такие заведения. Что-то захотелось-то сейчас, да? Я хотел его смастерить. Ой.
такое желание поработать немножко бензопилой. Ручкой, ручкой. Бензопилой, блин. Ручкой. Ручками. Что так, строим, вот я вход, короче, сделал почти. Смотри, куда? Типа. В колодец. Ой, в поезд. В колодец. Это не поезд, бар. Ты же хотел. Даже табличку сделаю и напишу бар. А без этого же не поймут никогда, что это бар. А геймод можно включать? Ну, включи, если хочешь. Так, я кое-что, светопыль достану. Светопыль? Для бара? Ты офигел. А что, нельзя? Не знаю, зачем. Ты где видел в барах светопыль? Ну, не пыль, а это, блок типа этот, светящийся. Блин. Ты понял, да? Ты понял мою идейку? Ну, не понял нифига. Что-то так как-то нету его. Угу. Что тут коробки строим вообще офигенные. Ну я не скажу, что эта коробка похожа на что-то вроде бара. Не на что похоже. Бар. Ну, домик обычный какой. А, ты свой строишь, значит? Этот отдельно строен, называется. Так, ну давайте менять пол тебе. Да, Русь? Пол? Да, давайте поменяем пол. Не надо мне пол менять. Ну быстренько, ножницами. Ножницами, да. Ножницами, да, да, да. Тебе даже может понравиться. А, не-не-не-не. Чуваки, надо вот так. Надо аккуратно поработать пиццепилой. Слушай, это просто коробка, сделанная из дерева. Вот и все. Да ладно, у меня не лучше. Я про твою. Ты же гляни. Посмотри. Скотина. Что такое? Посмотри у меня что. Не вижу. Фигня какая-то. А, у тебя еще окна есть. Охренел в геймод листь. Сам разрешил что-то. Вообще-то это мой сервер, мой геймод. Мои правила. Мои сервер, мои геймод, мои правила. Блин, моя коробка мне вообще не нравится. Так, ладно, это давай это... парную стойку сделаем. Я знаю, из чего ее делать. Слышь? А. Я даже знаю, из чего ее делать. Сколько тебе знаю? Так. А, у тебя же геймод работает. А вот здесь столики. Ой, надо было поширше сделать. Ну ладно, хрен с ним. Так, интересно. Подожди, столики вот как-то делались. А, я помню, помню, помню. Какой-то загон у меня получился. Заткнись. Забор. А вот здесь стойло для лошади. Ну, для этого чувака. Где зовут? Русика. Кого? Русик. Русик, вот именно. Сейчас я столики сделаю. Так давай у кого лучше получится. Геймодом пользоваться можно. Блин, я уже не пользуюсь, так что я победил. Ничего себе. Сейчас попробуем. Вот эта хрень сюда ставится, интересно. О! Так, это так делается? Я не помню, потому что. А как стулья делать? Я стол сделал. Я тоже стол сделал только. Стоять, бояться, деньги не прятать. А, я знаю, что надо сделать. Тынь-дынь, меня этому Настя учила. Настя, привет, если смотришь. Я посвящаю это тебе. Я посвящаю это тебе, да. Да. Ты чё охренел? Чё такое? А, он же из этих делается, блин. Из палок. Нифига ты обвиняешь меня в чём-то. Я не тебя. Майнкрафт. Так, типа... Стул? Стол? Всё. Чё-то я не помню, как стулья делается. А, полублоки нужны. Стулья? Ты умеешь делать стулья? Да, умею. Я не умею. Ты только не умеешь делать. Так, мне нужно. Я без гейммода. Твои проблемы. Так, надо. Таблички. Ты знаешь, для чего таблички? Для стульев. Угу. Типа так вот.
Я недолго Майнкрафт играю, так что. Чего? Ну ладно, геймот-то геймот. Так, что тут у нас? Что нам нужно? Нам, во-первых, нужна вот эта хрень. Нет, 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 нет. Где эта хрень? Я не могу, к сожалению, сказать, чтоб Русик услышал. Поэтому мне придется намекать. Вы поняли, дорогие друзья, что мне нужно? Вот эта тема нужна мне. Какая тема? Я не знаю, где она лежит просто, потому что я ей не пользовался раньше. Ну говори, я тебе подскажу, может. Вот я знаю, что ты подскажешь, но нельзя. Потому что ты поймешь мою задумку. Я что, тебе запрещаю, что? Нет. Ну, ты скопируешь. Не. Это может ты у меня что-нибудь скопируешь. Потому что я у тебя ничего копировать не собираюсь. Блин, ти хрень. Так. Может, в материалах? Ну вы, ребят, догадались, что я ищу или нет? Наверное, догадались. Да вряд ли. Ну, может, и догадался кто-то. Тебе легко понять. Я скажу, в прошлом видео это пыталась сделать Настя. А, я уже нашел. Все. О, все. Так, если тут будет. Ага. Так, понял. Так, так. Все, отлично. Так, потом сравним, да, у кого лучше? Или подписчики сравним? Ну, понятное дело, у тебя будет лучше. Чё за хрень? Почему он не тянется? Чё-то ты пытаешься сделать такое умное. Но что-то не получается у тебя. Ну да, типа того. Эй. Типа, у меня почти готово. Так. Че ты угораешь? Стоять, скотина. Так. Как оно? Блин. Эх, это не ловится. Блин, а яйца тут есть спавняющиеся? Которые спавнятся? А, стоять. Я понял, как надо все делать. Хитро-мудро. Все. Хи-хи-хи-хи. Смотрите. Блин, вообще жесть. Я посмотрю, слышу. У меня есть первый посетитель. Смотри. Ладно, заходи. Мой бар. А ребята, что ли, отходит? Он заходит, выходит, первый посетитель, блин. Я поводок пытался найти. Сюда. Мой второй так. Посетитель пошел за мной. Так. Тихо, тихо. А чё мой твой посетитель ко мне идет? Заткнись, а. Это не мой. Это мои теперь посетители. Ты что, не можешь войти, что ли? Давай я тебя подтолкну. Давай, скотина. Тут охренел. Жирная скотина, давай. О, у меня житель. Давай отсюда, двигай. Не жители тут ходят, ты прикинь? Нет. Какая-то тюрьма получилась у меня. Так. Давай. Все, входи. Он не может войти в дверь. Он слишком толст. Для этого. Так, ладно, хрен с ним. Так. Как же сделать-то? Мне интересно вообще. Че ты хочешь сделать? Мне сейчас еще все сгорит еще. Мне это уже нравится. А мне нет. Что-то как-то. А так, забор. Ай, нет, мне это не нужно. Заборчики пусть здесь будут. Че-то как-то вообще ничего. Ни о чем. Все, хорош, иди сюда, скотина. Так. Я не понял. Че? О! Все, типа. А не клеится, что? О, четко. О, черт! Что я сделал? Дракон! Два дракона! Ты их заспавнил, что ли? Нечаянно! Ты охренел! Если их ударить там, знаешь, что случится? Что будет? А я его попробую поводу. Не стой, стой. Я его поводочком попробую.
А че, можно что? Не знаю. А, у меня жгеймот, блин. А, я его... А, нет, у меня олень на поводочке. Ну, давай посмотрим, что получилось. Пусть летает, короче. Они же нам не мешают. Ну, это пока. Кому смотри, 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 что с оленем. Что с оленем? Иди сюда. Твоим? Твоим оленем. Что с моим оленем? Бежи, бежи. Он что, на мясо разложился? Нет. Ты смотри, что с ним. А, он вышел за границы. За границы. Только геймот не отключай, нету. Ты понял, что будет. Давай попробуем. Не надо. Геймот 0. Ой, черт! Я же сказал. Ставь обратно. Блин, нет. Я вообще за... А, все, я нашелся. А знаешь, в чем прикол? А? Ты был взорван мною. Нифига. О, я нашел этот замок. Прикольно, тут рисунок. Не, это не тот замок, это что-то другое. К тебе ты похуйся. Ты похуйся, я кое-что нашел вообще офигенное. Смотри, тут рисунок стой, еще. Стой, стой, стой. Ух ты. О, прикольно. Прикольно, ты тут конечно. Первый раз? И, да, это я еще не находил. А тут какое-то... Какое-то яйцо дракона какое-то есть. Стой, ничего не трогай. Где яйцо? У меня спаун за... The... Здесь? Yeah. Нашел. Да. Ящик. Положи туда, я посмотрю. Это как заманчиво. А, это вот этого соспавнить, урода. Давай. Не, не надо его спавнить. Давай выше поднимемся, посмотрим, что тут. Дерево офигенно. А давай попробуем его сломать. Какое нафиг дерево? А, ну тут, короче, знаешь, место, где есть яйцо дракона. И драться потом с ним. В этом тут, же месте. Смотри, красная пыль это или рубин? А тут внутренняя полость, смотри, как галлюциногены. Наркомания какая-то. Да ты зайди, посмотри вот сюда, внутрь столба. А, внутрь столба сейчас. Вот я вот из него вышел. И спустись сверху вниз по столбу. Или снизу вверх поднимись. Прикольно. Понял, о чем я. Ну, рисунок, конечно, классный. По-моему, это красная пыль, а вот этот рубий рисунок. Ну да. Прикольно, я дырку сделал. Ну да. Так. Да, а, не-не-не, я знаю, что надо сделать. Надо затыкать дырку. Это дракон же. Ну. Надо дать понять, что это дракон. А то на рисунке ни хрена не понятно. Не, понятно все. Чего непонятно, ни хрена непонятно. Сейчас да понятно, что это дракон трубла. Не-не-не, черный, черный. Черный, черный. Черный. Все, я тебе покажу все. Да, черная 6, самое то. Так, вот он, дракон. Ну. Чтобы понять, что это дракон, нужно сделать подтверждение. Ну, это же дракон. Стой, погоди, ты не до конца сделал. Все нормально сделал. Чё ты, блин, чё такой маленький? Пошляк хренов, блин. Сам ты куй. Тебя дети смотрят, ты... Я что-то там нарисовал. Я дракон, блин. Извращенец, пошли, я тебя в лаве крестить буду. Грехи твои замаливать. Слушай, чё мы ушли от того места? Чё, побежали туда? А куда? Ты ТПшник. Я возле тебя где-то был. Заспавнил драконов, скотина. Они разрушили мой пивной бар. Кстати, давай посмотрим, сколько людей у нас тут. Да 100 человек. Что-то. Так, как мне это нажать? Подожди. F11, да. F11. Как ты понимаешь, сколько человек? Вообще не пойму. А видишь, сколько просмотров? Просмотров. Вот. Общее время просмотров 39 чего-то. Максимум зрителей 96. А, уже 96, нормально. Это что-то люди. Наркомания какая-то захватит мир. Что за наркоманская игра? Что за корова? Фак, читеры. У меня все зависло. Нет, газельку не за... Газельку-то зачем? Зачем тебе газель в барах? Блин, вообще тут столько комментариев, вообще офигеть. Я знаю скайп. Я тоже знаю скайп. Я тоже. Турбоёжик. Ты круто видео снимаешь, можешь со мной видео сниматься, игра с подписчиками. Это ты что ли написал? Что за наркоманская? Они постоянно пишут, что это за наркоманская игра. Ну, а, у, г, б, смотри, Владуса.
Кто Водуса? Опять скучно, отстой. Что за писка? Блин, это про тебя, что за писка? Ну да, конечно. Ты чё, всё разрыл, блин. Чё же я хотел найти, где оно? Не, ребят, смотрите, это тестовое видео. Я просто стримить только учусь, посмотрим, что из этого выйдет. Дракон! Тут дракон. Ты опять? Ты урод заспавнил. Нет, он летается. По себе. А, вон же наш это. А наверху все-таки есть эти изумрудные блоки. Наверху дерева. Какого именно? А, вот он. Вот там алмазный блок. Вообще, на верхушке любого дерева есть крутой блок. Вот как нужно развиваться в распауне. Деревянность. Ты пошится в мир и лезть на дерево. Ну, правда, нужна кирка. А вот здесь будет, а и здесь есть. А вот у этого дерева ни хрена нет. А вот у этого тоже них. А нет, тут есть и два изумрудных блока. Как ты думаешь, завтра будем стримить? Может быть. А ты завтра свободен? Кстати, вот эти все комментарии, что здесь написали, они выйдут в этот? Ну, в чат выйдут. Не в чат, а когда видео выйдет. Ну да, в чат потом, когда видео выйдет. Будет. Будут. Да, будут. Давай закончим, что ли? Ну, думаю, мне уже пора, надо идти уже. Да, не то, что пора, мне все равно пора тебе или нет. Я к тому, что, ну, как бы попробовали, оценили. Будет ли завтра, да. Будет ли завтра. Вообще снимать мне завтра стрим, ну, более такой продвинутый или нет. Надо что-нибудь построить, сделать. Ну ладно, ребят, как говорится, вот он стрим. Кто хотел. Ну, это такой пробный. Мы тренируемся, учимся, а потом будут настоящие. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. С вами был Турбоёжик и Русик. Всем пока. И Газелька. Она жрет мои яблоки. Ты это, стой, погоди, где? Она столько жрет, прям тонны моих яблок. И ни хрена не влюбляется. Ну-ка давай игровой режим обновим. Игровой режим обновим. Она сожрала три моих яблока и ушла вон отсюда. Газель, блин, маршрутка какая-то. Кстати, знаешь, что я тебе скажу? Че? Ты все время показывал мне экран. Что показал? Экран, экран показывал. Какой экран? Демонстрацию. А, ну я же говорил, мы забудем выключить, блин. Кстати, не лагает плечом. Вот поэтому и FPS живет, наверное. Поэтому качество низкое. Наверное. Нет, качество-то не от этого зависит. Заткнись. Я прекрасно знаю, от чего качество зависит. Иди. Ладно, все, ребят, давайте. Спасибо. О! Ты мою редиску отдай! Я твою редиску где? Иди отсюда, я редиску выкопал. Ну пипец, блин. Это что за хрень? Саббарипант? Редиску я вскопал только что, блин, ты ее забрал. А, вот она. У меня редиска. Чё ты молчишь? Нечаянно. Ну все, я пошел. Ну давай закончим, стой. Как мне выключить стрим? А, F2, F4. Все, ладно, ребят, всем спасибо, всем пока.